соответствии с приказом администрации края, каждый краевой спортсмен, который получит медаль Олимпийских игр, будет награжден денежной премией. За первое место кубанские спортсмены получат премию в размере 2 миллиона рублей, за второе место 1,5 миллиона, за третье – 1 миллион. За четвертое и восьмое места – 500 тысяч рублей. Остальные участники игр, занявшие места ниже восьмого, получат 250 тысяч рублей.